Всем заглянувшим. Сегодня у нас с вами, ну да, как всегда, крайне интереснейшая посылочка. Не поверите, мне уже пришла массура. Это же пипец. Так, сейчас. О, смотрите, какая карабуля. Да ей уже можно прибить кого-нибудь. Прости, Господи. Фух. У меня, конечно, эта покупочка была такая, как сказать, резкая в связи с моим склерозом. Я забыла, что буду находиться с плохим интернетом какое-то время. Собственно, сейчас я вот с плохим интернетом, у меня видео грузится по полдня, это ужас какой-то. Вот. В связи с этим мне пришлось по-резкому... Так, сейчас, подождите. Пришлось по-резкому делать заказ в Массури. Буквально подниматься посередине ночи. Ковырять там эти лаки. Прости, Господи. Хорошо еще, кстати, что в наличии все были. Потому что у меня все очень импульсивно было. Просто жесть. Да. И повезло, кстати, что они очень быстро пришли. Просто шикарно. А то у меня тут просто некоторые перемены обстановочки, так скажем. И мы еще... Так, сейчас, подожди. И мы еще тут интернет не настроили. Ой, что не могу открыть, а что такое? Что-то я режу, кому я режу. О. Так, вас бы тут не опрокинуть. А-а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 -
смотрите, розовая жопка. Жмяк, жмяк, жмяк. О, еще одна розовая жопка. Жмяк, жмяк, жмяк. Клево. Так. А надо их, наверное, как-то пересыпать. А ну-ка, ложитесь на свое место. Как там? Елизавета Петровна, держи ноги ровно. Блин, даже не знаю. Столько этих жопок. Пролезть-то мне к лакам. Так, подождите-ка, сейчас я куда-нибудь эти жопки скину и вернусь. Так, все, значит, я повытащила с коробки. И со стола убрала жопки. Без вас ничего не открывала. Вместе-то оно повеселей будет. Так, оно фокус. Я надеюсь, кстати, чтобы нас фокус тут не обломал. Так, что у нас тут? О, это из новиночек. Апрельский иней. Сейчас мы с вами будем все делать как можно, как сказать, реальней. Темный фьюжн, вообще что-то жир какой-то. А, это тоже камбуча. О боже, ну она гений, гений, нет других слов у меня. У нее шикарные сборки лаков, конечно, замесы, то есть. Так, это затмение в чили, но мне кажется, вам оно как-то черно выглядит, хотя он темно-серый. Так, это прохлада вечернего озера. О боже, он шикарный какой-то. Не могу, смотрите, он с голографией такой тилово-голубенький, что ли. Очень классно, что-то я на нем залипла. Так. Это иллюзия луны. Тоже шикарно выглядит. Не пойму только, как он вам передается. Так. Это... Кто такой? Лотосы. А, это же этот. Как его зовут? Магнитный. А, ну, я еще, правда, магнит с коробочки не вытащила. Да, кстати, давайте сейчас вытащу. Посмотрим. Так, как тут нам пройти? Оп.
Оп. Вынула. Что-то эти лотосы выглядят слишком прикольно. А ну-ка, видно вам, что тут ползает? Бутылечки. А ну-ка. Видно, поползло? Надеюсь, видно. Блин, они, если честно, в реале просто нечто. Очень круто выглядят. Так. Все. Давайте следующую карабулю. Фокус. Интересно. Если честно, так быстро пришла Масура, я даже не ожидала. Вот такая карабуля. Давайте смотреть, что у нас тут. Ого, какой крутой. Это что? Light Lakes. А, это с прошлой серии я взяла. Ничего себе. А ну, какой у вас там по фокусу? Вы посмотрите, какой он клевый. Мне что-то кажется, он вам не передается, как в реале. Он еще с золотым, вот такой глубокий цвет с золотым отблеском. Очень крутой. Я просто увидела на него сводчи такие реальные. Просто на сайте он мне вообще не понравился. А потом я увидела реальные сводчи, аж упала. Очень круто он выглядит. Так, ну мы сейчас все с вами будем выкрашивать. О, а это кто? Деликатная роскошь. Боже ж ты мой. А ну-ка, как вам передается? Ничего себе. А ну-ка, расфокус. Какое-то жидкое золото просто в бутылке. Офигеть. Не встать. Это просто шикарно. Тю, вообще иначе выглядит. Не как на сайте. Фух. Так, это кто это? Дождь из жемчужин. Да, тоже классный. Блин, купила вот эти коробочки чисто повсхлипывать. Вот там все цвета мне так понравились, что было очень сложно выбрать. И я плюнула и взяла их все. Так. Хокрус. А, это этот. Крестражи. Шикарный цвет, конечно. Это сиреневый с такими бронзово-рыжими крошками. Очень классно выглядит. Можно офигеть. Круто. Это слишком круто, чтобы быть правдой. Так. О, божечки, кошечки. Блин, девочки, я что-то так сосредоточена на то, что я рассматриваю в бутыльках, что я, по-моему... Молчу вообще. Вам вообще что-то передается? Это офигенски. Вот смотрите, вот так бамс, он просто такой голубо-серый. А вот так бамс, и он со следой такой розово... Она даже не просто розово-сиреневая там. Офигенски. Очень круто. Фух. В горле пересохло. А это что такое? Что это? Что это? Мамочки родные, что это? А ну-ка, дефокус. Meet me in the mystery. Вообще на сайте он выглядит никак. А ну-ка, подождите. Я, если честно, думала, ну как, мне он понравился. Но я думала, что он будет попроще. Он прямо, посмотрите, какой крутой. Вот не понимаю, как вам передается. Но он в реале сумасшедший какой-то. У него сине-сиреневые шиммеринки в розово-сиреневой базе. Это очень круто. А ну-ка, в расфокусе, может, будет вам показываться. Офигеть. Сейчас все будем выкрашивать. У меня уже руки трясутся. Так. А Кэти Тьют взяла. Тоже по-сумасшедшему выглядит. Очень классный. Очень классный. А ну-ка в расфокусе. Кстати, я помню, что про расфокус мне сказала моя тезка. Простите, фамилию я не помню. Но вы большая молодец, что вы мне сказали про расфокус.
Теперь я могу вам же показывать достоверные цвета лаков. Да, спасибо большое. Офигенский. Фух, что-то я так медленно выкладываю. А это что ж такое? Бампер Харвест. Мамочки. Что-то я перенавсхлипываю сейчас вам в телевизор. Но он крутой. Тут просто грех не всхлипывать. Вам вообще видно что-нибудь? Я стараюсь, конечно, крутить, чтобы вам было тоже всхлипывательно, как и мне. Офигеть. Блин, эта слюда сводит с ума. Так. Да давай, впихивайся, товарищ. А это кто? А, это Эйфория. Точно, кстати, мне что-то она раньше не нравилась, как-то глаз не падал. Думала, ну, как-то голография с сиреневым. А это что-то решила хапнуть, а он, смотрите, какой сумасшедший. Обалдеть. А ну-ка, расфокис. И фокис. Так. И... Что у нас последнее в этой коробочке? А, The Walking Red. Классный лак. Что-то я его не брала раньше. А это решила... Так, 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 фокус. А это я решила его хапануть, потому что все-таки он клевый. И давайте его приложим. Скатитьют. А, этот все-таки красный, а этот сиреневый. Я про подтоны говорю. Он такой в вишню идет. А этот... Нет, то есть этот вишню, этот виноград идет. Вот такие у них подтончики. Класс, конечно, офигенские они. Очень круто выглядит. Хоть я и не сильный любитель красных лаков, но он классный. Классный красный. Так, эту коробочку взломали. Давайте теперь вот эту взломаем. Так, а вот эту надо открыть крышечку. Смотрите-ка. Опс. Вот так. Ну-ка. И тут такая же карабуля. Сразу видно, смотрите, кого. Рог и единорог. Где? Вот. Special Edition. Ну, давай, фокус. Он, конечно, прикольный, но не до такой степени, что там все вешались из-за него. Ну, конечно, это было только потому, что он limited edition. Ну, так, в общем-то, ну, ничего прям сверхъестественного нету в нем. Так. О, класс, это кто? Золотой мост. Клевый мост. Так. А это кто у нас? Так, поцелуй в чайном домике. Очень прикольно выглядит. Видно вам, как он вам передается? Прям крутой. Очень крутой. Так-с. Это кто? Искрящийся кой. Во-во-во. Вот кои вообще крутые. У них именно цвет глубокий, прикольный, и слюда в нем крутая. Он, кстати, чуть темнее единорога, насыщенней. Мне даже кажется, что он прикольнее, чем единорог. Ну, мы с вами все выкрасим и поглядим. Так, это Дафна. Это из новинок. Со Светой Сандерс. Да-да. Передается вам, что у него еще золотистая такая... Бликование золотистое. Клёвый. Такс. Это кто? Эвредика. А, вот Эвредика меня что-то вштырила на сайте. Такой кремушек с классными блестками. Как-то они все друг к другу подходят. Сначала, да, он мне что-то не понравился. Думала, просто какой-то розовый, но интересно это выглядит очень. Так. Потом у нас что? Цветущее дерево какое-то. А, да-да-да, это же из новинок. Тоже, по-моему, этот... магнитик. Магнитный. Клёвый.
Так. О, это селена. Селена клевая. Очень видно вам? Розовая с бирюзовыми блестками такими мелкими. Очень круто выглядит. Так. И кто это у нас? Лунные ворота. Да, тоже очень клево выглядит. Прям прикольный. Так. О, как классно выглядит имбирный сироп. О боже, батя, дитя купай. Очень классно выглядит. Шикарный сироп. Он глубокий, молочный цвет. Шикарно. Так, все. Сейчас все приберу. Будем с вами тут выкраску делать. Итак, девчули, все выставила. В два ровных рядочка подготовила две ромашечки. Бо одной точно не хватит. Давайте приступим. Значит, первым у нас идет бампер. Да, и никак иначе, именно бампер. Так. Сейчас мы с вами один слой сделаем. И потом, когда просохнет, мы пройдемся по всем цветам еще одним слойчиком. Просто я люблю все тонкими слоями делать, поэтому... Так, заодно констатируем, что в один слой тоже интересно выглядит, но пластину не перекроет. Так, это у нас там какая-то роскошь. Воу-воу-воу. Ну да, в один слой, конечно, тоже мочевина. Но в два... Опс, аккуратно, ты чего, с ума посходила? Фух, держи уже себя в руках-то, господи. Ой, да я же тут по всей хате побегала. Всю волосню повыдирала. Так. Как там это? Роскошь? Чего? Деликатная роскошь. О, он выглядит очень классно. Даже в один слой понятно, что он будет отжигать. Так. Теперь у нас дахна. Оп. Закрутили, так закрутили по-хозяйски. Так, ой, классно выглядит, конечно. Я же все думала взять чевлюбленного Шекспира, чемятное молоко. И тут в итоге вышла дафна, и я ее взяла, конечно же. Что у нас там по фокису? Ну, сейчас нам пока что фокус ловить нечего, потому что один слой, что там ловить. Мы с вами будем ловить, когда будет второй. Так, это у нас кто? А, прохлада озера. Так, а тут, смотрите, какая-то кисточка странная, еще и шерсть с нее торчит. Надо будет, наверное, подрезать эту волосинку. Он видно? Оп, сейчас капелька копнет. Ой, ну цвет, конечно, клевый цвет. Не, ну он видно вам волосинку. Давайте посмотрим, сможем ли мы ее сейчас. О, все, отпонахали. Ну, порядочек. Заживем. Ох, заживем. Ой, что это у меня свет мигает. Прости, господи, контакт отходит. Да я же говорю, я тут переезжая сваха. Интернету нет, свету нету. Как бомжи. Прости, господи. Так. Это что мы сейчас с вами за троллейбус красим? Классный. Очень интересно выглядит. У него золотая слюда. Это кто? А, Light Lakes. Это, кстати, тоже светлое озеро вроде так как-то. Похоже на прохладу озера. Только это с тиловым примесом, это с голубым. С бирюзовым, точнее. Так, теперь у нас Мерлинова борода. Очень интересный цвет. А вот эти слюдинки в нем вообще какие-то сумасшедшие. Вот ей-богу, сумасшедшие они. Очень классно выглядит. Это, конечно, топовый будет оттенок лака. Так, это у нас Эвридика. Эпс. Классно, классно. Очень даже. Она мне нравится.
не знаю чем, такая ягодная, и классные шиммеринки в ней. Очень что-то понравилась она. О-о-о-о, крестраж. Не знаю, почему именно крестраж, но у меня в башке он крутится, этот лак. Очень красивый. Именно он. Тю, что это такое еще за руки в боки, вы видели? Кисточка попалась, руки в боки. Давай фокис. Вообще что-то сегодня телефончик чебучит. О, видно, кисточка, руки в боки. Что это еще за хрень? Так, теперь обратно будем фокус ловить. Так, ничего себе. Походу, один слой даст. Цвет, конечно, сумасшедший какой-то. Так, а давайте, знаете, чем? Сейчас я иголочкой влезу. Тут, походу, выправить вот так надо. Раз. И два. А ну-ка, видно? Выправила теперь вот эта волосина свернутая, торчать будет. Твою ж то мать. Надо, наверное, эти две волосины отрезать. Я так считаю. Не, ну что с ними делать? Две волосины смотрят друг на друга. Шибанутые. Так. Сейчас я иголочку вытру. Так, это... О, Господи, да что ж такое у меня тут? Контакты отходят. Meet, meet me in the mystery. Да-да. Так, погодите-ка, сейчас я пойду контакты свои проверю, что-то они тут отходят. Так, все, пощупала контакты. Ну, их напсы. Надеюсь, мигать больше ничего не будет. Так, спокойствие, только спокойствие, малыши. Блин. Тьфу ты, шерсть, это да твою ж, там, а где мой пинцет? Упс, шерсть. Боже, девочки, какой сумасшедший этот лак. Мачер бог-то. Блин, он вам, по-моему, вообще даже половины этого жира не передается. Он в голубой основе замешана сиренево какая-то синяя, что ли, крошка. Из-за этого он очень глубоко выглядит. Ничего, он сумасшедший. Он сумасшедший. Вообще... И очень тяжело передать, я уже вижу, что он в камере у вас совсем не такой, и поэтому на сайте он менее дорого выглядит, в реале это просто мозговзрыв. Вот ей-богу. Сейчас мы с вами после второго слоя, может быть, да что открыть не могу. После второго слоя будет все ясно, но он сумасшедший. Сумасшедший, то есть. Так, это у нас кто там, я не посмотрела. А, это Кэтитьют, по-моему. Да? Нет? А, нет, это Эйфория. Ёк-макарёк. Ну, пока ничего не понятно, да, по Эйфории. Хрен её знает. Так, кто у нас тут дальше идет? А, вот теперь Кэтитьют идет. Так-с. Он коричнево, как варенье, короче. Реально похож на варенье. Прям прикольный цвет. Так, теперь The Walking Red. Офигеть. Очень круто. Очень круто. Так, аккуратно не падайте в обморок. И темный фьюжн. Упс, да что они сегодня у нас все такие туго закрученные, что я ничего вообще открутить не могу.
Так. Ну да. Не, ну вы, кстати, сами все смотрите, что как кто ведет все в один слой, а то я просто, как это сказать, сосредоточена на их цветах. И поэтому за всхлипыванием я уже не замечаю, кто там в какой слой ложится. Это затмение в чили. Темно-серый. С золотыми этими. Как там их зовут-то, господи? Крупички. Нет, это крупней крупички. Это как нарезанные слюдинки, но не одинакового размера они все. В смысле, формы не одинаковые. Такс. Это у нас кто? Апрельский иней. Синий иней. Да. Так. О, ложится приятно. И крупички в нем классные прям. Ну да, в один слой не очень понятно. Ой, аккуратно. Аккуратно. Такс. Ой-ой-ой, вот это нежнятина, конечно. Это супер. Я, конечно, не любитель всяких таких нюдовых лаков, но этот охрененский. Он даже на сайте классно очень выглядел, а в реале это вообще нежность во флаконе, прям ей-богу. Ну, милашество. А кусочки слюды, конечно, дают в нем такой классный эффект на Аврора в тирку чем-то. Ну, не прям, конечно, Аврора, но вот что-то вот такое у него есть. Ну, тоже в один слой ничего вам не понятно. Сейчас мы будем с вами второслоиться. Так, это у нас сирена идет. Очень классные. Не, ну надо же, она получала кучу масур и на медне собираюсь ногти подпилякать. Это у меня уже комфортная длина проходит. Но я так не люблю пилить ногти. Это просто жесть какая-то. Так, а у нас с вами два белых цвета сюда не влезают. Эх. Ну ладно. Так. Это у нас жемчужный дождь вроде. Класс. У него, кстати, база. Ну, в смысле, не то, что база. Замысел этого жемчужного дождя. Это же точно он, да? Да, дождь из жемчужин. У него есть схожесть. Сейчас я вам покажу. С лавандовым лимонадом. Ой, а где я его делала? Блин, специально же все приперло, чтобы, если что, вам показывать. Во! Только лавандовый лимонад, соответственно, с сиреневым отливом. А жемчужины, вот они такие же. Сейчас фокус схвачу. Они с белым отливом. Но микрошиммеринок в дожде больше, чем в лавандах. Но смысл у них одинаковый, они вот такие хамелеонистые. Ну, не знаю, чем-то мне не схожи. Поэтому решила за них замолвить слово. Как за того бедного усара. Ой. Так. Давайте, значит, вторую ромашечку возьмем. Это у нас кто? Иллюзия Луны. Так. Красивенькая. Весьма. Такая белая голография. Кстати, эти лаки выпустили как раз к дню лакоманьяка. Ну да. С замыслом наперед. Да-да. Так. Сейчас у нас с вами пойдут магнитные. А магнитные я хочу выкрасить. Вот у меня есть прошлая ромашечка. Сейчас хочу на нее попритулить. Так.
Ну, давайте начнем. Что это у нас? Цветущее дерево. Сейчас заодно познаем, какие тут частички. О, красотища! Очень классные. Ну да, сейчас пока тут магнитом гонять нечего. Второй слой будем гонять. Так, это кто искрящийся? Кои. В кои-то веки. Так. О, плотненький такой, прикольный. С зеленой слюдой. Он. Так. Рог единорога. А, кстати, знаете, что я поняла насчет рога единорога? В чем его косяк и почему он в реале не такой уж и крутой, как на сводчах? У него очень мелкая сиреневая слюда. Вот, видно вам, какая она мелкая? То есть это такой же, такая же замануха, как вот с лесом фэнтези. Если кто-то помнит... Давай фокус. Если кто-то помнит сводчи вообще на лес фэнтези, то есть почему его все хотели, что такой чиловый, глубокий, сине-красная слюда в нем шикарно выглядит? Нет. Ничего шикарного тут нет, и этой слюды даже не видно. Вот вы видите, я ее вижу точно так же, как и вы. Это если прям совсем приглядываться, то можно увидеть, что она красно-синяя. Вот так. Не, ну цвет, конечно, прикольный, тиловый, но контрастную слюду тут еще поискать надо, покопать. Ну и, собственно, с единорогом тоже. Эту сиреневую слюду вы еще попробуйте увидеть. Я просто не знаю таких людей, которые ходят и ногти себе прям под нос суют, чтобы разглядеть слюду. Вот на этих, на сводчах, конечно, видно хорошо контрастность. А так в реале я не могу сказать, что тут что-то грандиозное. Нет, цвет прикольный именно из-за того, что он такой янтарный. Но то, что люди там из-за него вешались и продавали за 3 шкуры, вообще не вижу смысла. Вон, смотрите, видите их? Вот и я их не вижу. Какие-то блошки. Ну, в общем, да. Так, это у нас кто? Поцелуй в чайном домике. Вот уж понесло меня на всякие околокрасные цвета. Околокрасно-рыжие какие-то. Так, потом это кто у нас? Лунные ворота. О, прикольные. Как будто песком красишь. А в нем, кстати, бирюзовый микрошиммер. Прям крошки. А ну-ка, видно что-нибудь вам? Нет, по-моему, то, что бирюзовые крошки, вам не видно. Очень классно, кстати, выглядит. Так-с. И кто это? Золотой мост. Давайте посмотрим. Очень круто выглядит. Кстати, мне золотой мост чем-то напоминает этот изумрудный сари. Что-то у него такое глубокое есть. Но он не такой зеленый, но вот с золотистым. Или нет, я гоню. Вполне могу гнать, в общем-то. Так-с. И где мы с вами мазюхнули? Ой, аккуратно, да что ж такое? Опрокинуло тут все. Вот уж клумбия. Где мы с вами красили беленький? Вот он. И у нас один еще остался магнитный. Давайте его сюда притулим. О, суперски. Конечно, некоторые лаки, вот на которые я... Не думала, что они будут какими-то сумасшедшими. Как раз таки именно эти сумасшедшие. Вот лотосы меня сумашнули. И вот этот Meet Me in the Mystery сумашнул. Он намного сложнее, чем выглядит в своем бидончике.
Пока ничего не могу. А, еще вот этот классный. Деликатная роскошь. Он очень интересный. Прямо сразу в глаза бросается, как жидкое нечто. Ну, пока что... Че, ничего не могу сказать. А, ну, White Lakes, конечно, вживую. Вживую он похож на море яхта Акваланг. Но мы сейчас два слоя намажем. Я вам покажу эту парочку свачей, так скажем. Так, все, давайте начнем со второго слоя. Где у нас начальная ромашечка? Вот сейчас я вам буду крутить прям в телевизор. Так, чтобы в телевизор крутить, надо фокус телевизионный настроить. Так-с. Маловато набрала. Что-то ты не набралась сегодня, мать. Очень классный. Очень классный. А ну-ка. Смотрите, вот как он в бидоне выглядит. И вот она. Свачина. Надеюсь, вам передает как следует. Фух, не могу, что-то я тут прямо уже вся изнервничалась. Сижу в луже буквально. В своей ненасытной луже. Так, давайте деликатную роскошь. Да, очень классно, конечно. Но тоже надо чуть-чуть пожирней. Клёво. Круто. Очень клёво, круто. Очень. Как втирка выглядит, точно. Вот я думаю, на что похоже на втирку? Прям похоже. Так, а ну фокус есть? Давай-ка фокус. Шикарно. Так. Чё, как вам там передается? Очень круто, очень. Обомлеть. Так, теперь у нас Дахна идет. Не уползаю далеко от фокуса. Стараюсь следить, чтобы вам было видно хоть что я тут вещаю. Так-с. Тоже можно, так сказать, полтора слоя. Шикарно. Золото с мятой, конечно, выглядит очень классно. Охрененски. Так, сейчас закручу. Охренительно. Охренительно. Так, я надеюсь, передается вам, что требы. Шикарно. Так, прохлада там какого-то озера. Пошла. А он, в принципе... А, ладно, давайте уже все в полтора слоя мазать, раз уж пошла такая пьянка. И мы начали этим заниматься. Круто смотрится. Также надеюсь, что вам это все передается. Голочастички что-то не очень, да? А ну в расфокусе. Сейчас я влезу к вам. Как-нибудь носом. Вот так. Цвет, конечно, очень классный. А ну, может, в бидоне вам будет видно. Холо. Очень-очень круто. Так. Теперь какое-то другое там озеро. Пошло у нас. Светлое. С золотой слюдой. Тоже давайте полтора слоя.
Шик. Шикарно. Очень классный оттенок. Вот, кстати, тоже внимания на него не обращала, пока не увидела swatch у кого-то в инсте, по-моему. Он и одновременно с голографией, одновременно с золотой слюдой и одновременно с серебряными крупичками. Сложно так натыкано сюда, кстати. Да-да-да. И налит он прям под самый верх. У некоторых пузырек этот воздуха побольше. Так, теперь Мерлинова борода. Бороденочка. Бородушка. Ну да, этот точно надо 1.5. А то и 3, видите, пожирней мажу. Но он очень классный. Он так глубоко выглядит из-за этой сумасшедшей слюды. Офигеть. Очень офигеть. Вот видите, так голубо-серый. Под светом розово-сиренево-оранжевый, даже там какие-то коралловые слюдинки. Очень крутой. Да, прям классный. Так, теперь у нас Эвридика пошла. А тоже давайте полслоя сюда припхнем, чтоб никому не обидно было. Ой, классный цвет, конечно. И эти еще слюдинки розовые или красные, не там не пойму даже. Вот прям делают свое дело. Очень классно это выглядит. Сочетание очень симпатичное. Так, во, крестраж теперь пошел. Мне вот очень интересно, что у него будет сейчас с двумя слоями. Во, с одним слоем вы видите, какой трондовый творится. У него кисточка почему-то как-то ощущается тоньше, чем у остальных массурок. А ну-ка, давайте еще полслоя. Так, аккуратно не заминаю шерстинку. Так. Очень интересно он, конечно, выглядит. Трандалейка. Сиреневая основа с рыжим микро-микро этим пылью. Очень круто. Так, что я смотрю, как лак у вас ловится. Swatch. Очень надеюсь, что вам цельно передается этот лак, потому что он очень интересно выглядит. У меня уже все ноги обварены, стул уже, все, тут у меня паркет повздувался. Так, этот мистери, о, мистери, блин, удивил. Вот, ей-богу, других слов нет, он охрененский. Вообще не жалею, что взяла. Я просто его хапнула, потому что оттенки такие люблю. А он оказался красавчик, вообще. Это просто открытие. Вот он и лотосы. Неожиданно. Охрененный. Очень интересный. Так, как вам фокус? Где тут? Но вам, по-моему, не передается мелкая крошка в нем. Вот. Сейчас я попробую как-нибудь погонять, передается или нет. А ну, а давайте вблизи. Вот он весь такой скрящийся, как снег. Ну, в смысле, сиреневый снег. Да, сиреневый снег — это серьезное заявление. Так, теперь эйфория. Давайте-ка мазнем эту шалунью. Такс.
Да, тут, наверное, можно 3 слоя шибануть. Что, она немножко все разровняет, нет? Ну, выглядит классно. Она сиреневая. У нее подтон с красным, с каким-то... Как это сказать? Красная пыль. И еще плюс в ней голография. Очень интересно. Очень круто. Прям не могу. Так, а чего ж я вам сводч-то не показываю? Только бидоном тут кручу. Оп. Очень круто. Так, вроде все вам, да, передается. Так-с. Кэти-тьют у нас пошел. Пошел. Баран пошел. Так-с. Коричневый. Вот прям как какое-то варенье. Повидло, что ли. Даже не пойму. Ну, у меня тут 3 слоя. Классный, конечно, да. Он с бордовым, как запекшаяся кровь, что ли. Вот такой. Не просто бордовый, а именно вот прям... Интересный очень. Не плоский цвет. Прикольно прям. Так, это у нас The Walking Red. Что-то я долго думала, брать этот Red или не брать, но любопытство победило. Так. Ой, маловато что-то взяла. Прям красный. Клево смотрится. Очень. Очень. Это у нас черешенка. Опс, влезла. Показала. Ну, припинда. Это у нас черешенка. Это вишенка, точно. Сейчас, подождите, я подмажу черешенку. Тихо, смотрите, сама выравнивается. Даже, наверное, подмазывать ничего не надо. Ну, очень интересно. Так. Ну, чуть-чуть вот так. Чтоб перед внуками не стыдно было. Так, рассматриваем с вами The Walking Red. А ну-ка, в расфокусе будет видно, что он с holographical. Нет, в расфокусе видно только, что в бидончике holographical. Так. Ну да, на сводче почему-то не очень видно. Так, ну ладно, мы сейчас все равно будем им тут крутить, вертеть. Может быть, голография у нас еще всплывет верхом. Кверху попкой своей голографичной. Так, это у нас Fusion. Клёвенько смотрится, между прочим. Очень даже такая шоколадка с голографическими этими крупными. Так, девчули, пока я тут тарахтела, как Троцкий, у меня, соответственно, выключилась камеристова. Итак, темный фьюжн, мы на нем остановились. О, кстати, смотрите, сразу в расфокусе ноготок попал. Отлично выглядит. Кстати, я посмотрела совет насчет расфокуса, мне дала Алена Гавердовская, да, за что ей большое спасибо, это же шикарно. А то я пока бы сама где-нибудь нашла бы информацию, как сфоткать людей, да как их, сводчи. Пришлось бы вам не знать половины голографии моих выкрасок. Так, все, повтыкали, давайте дальше. Вот это у нас затмение в Чили. Он прям прикольный. Он прям такой темно-серый. И,
Ну, они вообще не золотые в нем эти крапушки. Они даже скорее как белое золото. Давайте еще полслойчика. Да, оно не золото, оно как белое золото. Вот так вот выглядит. Ничего вам почему-то не передается. Не знаю почему. Вот видите, у вас на пузырьке, вот тут вот на полукруге, на вот этом сверху, видно как раз натуральный цвет, что он вот такой вот темно-серый. А так почему-то как черный выглядит, не пойму почему. Ну, очень клевый он, конечно, да. Спокойненький такой, никого не трогающий. Классный. Такс. Это у нас апрельский иней. Тоже очень приятный цвет такой. Ни к чему не обязывающий. С розовой микро такой крошкой. Да, по-моему, розовая она. А ну-ка, смотрите на бидон, смотрите на сводч. Надеюсь, передается хоть что-нибудь. Ага, а в расфокусе видно, что розовая, да? Прикольно. Да, нам же нужны максимально достоверные сводчи, а не вот это вот. Я извиняюсь. Ой, этот имбирный, да как его там? Имбирный сироп. Очень классный, очень классный. Ой, ну он такой же, конечно, мягенький этот цвет. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, прям что-то не могу. Мне он очень понравился. Такс. Он очень нервно выглядит. Просто нечто. Мне, правда, кажется, единственное, что он в жизни более розовее выглядит. У вас он прямо как кисель какой-то такой персиковый. Не, ну он, да, он как кисель, только немножко насыщеннее в реале. Не, ну уж, конечно, мне это кажется, но... А слюдинки, кстати, такие же, как в этом, в инии, да, это иней или что это? Нет, это затмение в Чили, вот точно такие же слюдинки. Мелкие, как белое золото, что ли. Ну, не знаю, такие же, не такие же, но похожи. Надо же, да, как по-разному могут заиграть цвета с одними и теми же, считай, слюдинками. Фух, охрененно выглядит. Кстати, он так выглядит, что его хочется пожрать. Так, пошла у нас Селена. Так, фокус-то есть. Давайте еще слойчик. Главное, первый слой тоненький, чтобы схватился хорошо. Потом можно и два бахнуть. Селена, конечно, классная. Очень, очень. Очень тоже нежно выглядит, но тем не менее с характером. Классный лак. Такс. Это у нас кто? Дождь из жемчужин. Красотуня. Ой, очень тоже мягкий такой. Нежнятина. И с мелкой такой
голографической крошечкой. Нет, это не крошечка, это слюдинки или как это там? Шимеринки. Шимеринки. Ой, класс, класс, класс. Очень класс. Надеюсь, вам все правильно ловится. Не слегка они, по-моему, даже голографят. Не пойму, вот вам передается или нет. Да, вот сейчас, по-моему, чуть-чуть, да, пошла голография. Ну, шикарно выглядит, конечно, очень. Фух, не могу, ужас. В хорошем смысле. Очень нравится. Так, это у нас кто? Иллюзия Луны. О, иллюзия Луны, белый голографик. Это вообще какое-то сумасшествие. Тоже очень нравится. Вот, кстати, я вам недавно только, когда на маникюре, на нынешнем, да, всхлипывала, что белый надо брать с чем-то, чтобы ложился ровно и все такое. Вот интересно посмотреть, что эти жемчужины, что вот эту иллюзию, походу, они будут такие ровно ложащиеся. А вот, смотрите, видно вам голографию, нет? Она такая мягкая. Мягенькая. Так. Мягенькая голография. А ну-ка, на сводче, что вам видно? Цвет классный, конечно, очень. Интересный. Не плоский. Надеюсь, передалось что-нибудь. Теперь у нас идут. Опс, 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 аккуратно. Что-то я тут, чтобы не свести еще. Свезло, так свезло. Сейчас у нас пойдут. Откуда? Вот они. Значит, цветущее дерево сейчас пойдет. Подождите, я правильно начинаю? Мне что-то кажется, что нет. Или правильно? Подготовлю Магнитогорск. Давайте-ка. Магнитогорске напряглись. Опс. О, боже, очень классно этот цвет, конечно, выглядит. Так искрится. Обалдеть. Опс. Прям впритык втулилась. Смотрите, как смотрится. Кстати, мне даже кажется, что без магнита было прикольней. Был такой искрящийся. А внутри, кстати, зеленая, что ли, и бирюзовая слюда. Кстати, крупная. Вот такую бы крупную в единорога и вообще зашибись. Так, вот он, красавчик. Не, ну вообще офигенски выглядит. Мне даже без магнита реально больше нравится. Хотя вообще-то с магнитом тоже классно. Все равно искорки остались. А где-то в серединке. Очень-очень мне нравится это дерево. Так-с. Искрящиеся кои. Начались. Кстати, как вы храните свои магнитики для магнитных лаков? Я вот свои все магниты развесила на холодильник. Полезно ли для них это или нет? Чтобы они друг с другом не портились. Опс, аккуратненько. Ой, красиво. Очень даже красиво. А ну-ка, что вам там показывает в телике? Кого вы вообще смотрите? Что вам в телике показывает? Лаки какие-то. Фу, срамота. Класс, 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 класс. Очень класс. Они разные, кстати. По первому сводчу казалось, что вроде что-то одинаково. Этот нет, этот коричневый, этот красный. С таким он, с коричневцой. Ой, 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 ой. Так, теперь рох у нас пошел. Пошел, пошел. Баран пошел.
Да, рог, он такой рыжий. Сиреневый с людой. Сиреневый туман. Упс. О, ну вот, с магнитом, кстати, выглядит рог намного лучше, чем без него. Без него вообще никак. Вот с магнитом хоть сиреневую слюду видно, смотрите. Как вам? Не, хотя без магнита тоже он такой янтарь красивый. Но тут хотя бы видно, нам попалось еще хороший такой сгусток сиреневой слюды. Опс. Не, ну симпатяшно, чё. Ну вообще, почему-то вот эти мне прям вштырили. Как-то они сочнее, что ли, выглядят. Нет, единорог мне тоже очень понравился, но эти ничем не хуже, может, даже лучше. Так. Теперь поцелуй в чайном домике. Ой, такой нежный, кстати, лак. Не, ну он, конечно, выглядит таким вроде агрессивным. Ой, сначала надо помагнитить. Но, с другой стороны, он так мягко как-то выглядит. Такой цвет ненавязчивый. Просто какой-то розово-красный, что ли. Очень интересный, кстати, цвет. Не плоский. Он такой припыленно... Вам он почему-то золотым прям отливает. Он, то есть, да, он отливает золотым, но у него суть такая роза припыленная с золотыми вот этими, как вот там, пылинками. Классный, классный. Шо уж тут скажешь. Очень классный. Так-с, это у нас кто? Лунные ворота. Сейчас я посмотрю, кто меня больше всего вштырит. Да не представляете, как руки чешутся. Маникюр уже перекрасить. Мне вообще все посылки... Ну, у меня еще одна интересненькая есть посылочка. Тоже по России. И пришли в один день вчера. Вчера был понедельник, сегодня вторник. Вот я получила... Мы с вами распаковали, сняли. Сейчас я на ночь поставлю, дай бог, с этим саненьким интернетом к утру. И вы увидите эти сводчи в среду, получается. Как меня трясло, в общем. Это мне еще завтра вторую посылку, вот про которую я вам говорю, что по России тоже буду снимать. Дай бог терпения, чтобы хватило. А то там крайне любопытная посылочка. Крайний. Ой, что-то много налила. Красотуля, конечно, сумасшедшая просто. Не знаю, мне так понравился этот лак. Так, так, ну давай. Упс. Угу. Ой, классный. Он зеленый. С розово-нежный розовый шиммерок и золотой вот этот блик. Очень классно выглядит. Просто охрененски. Очень мне нравится. Да, классный. А это кто, кстати, у нас золотой мост? Очень интересный, не плоский цвет. Класс, 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 класс. Смотрите, какая красотища у нас. Офигенская. Блин, вы не представляете, как это жирно смотрится в реале. Просто писечек. Смотрите, вот. Может, что-то приглянется. Фух, блин, как это мне все нравится. Надо валерьянки себе накапать, что ли, припадку этому. Так. Что у нас теперь с вами идет?
Да-да-да, точно. Зеленый же лотосы. О, вот честно, лотосы почему-то меня просто аккуратно расхреначили, прям ей-богу. Никак от них не ожидала, что они такие офигенские. Конечно, некоторые лаки просто лаки открытия. Некоторые вот принижают, так скажем, интересность всего лака. Ну, я имею в виду на сайте. Некоторые сводчи не совсем как-то достоверно принизили, кого-то превысили. Вот этот лак явно приниженно как-то немножко выглядит, потому что он в реале просто какой-то охрененский. Сейчас я вам зафокусю этот вопрос. Вот да, лак-шок – это вот эти лотосы, и лак-шок – это вот этот Meet Me in the Mystery. Просто офигеть. Ой, аккуратно, ничего не свести тут. Смотрите, тут какая россыпь слюды. Потом какой-то блик майский жук, что ли. Россыпь слюды сиренево-розовая, по-моему. Еще, по-моему, как синий, что ли. Нет, это я уже дальтоню. Не пойму. Но это очень круто выглядит. Прямо вообще, да. У вас, кстати, почему-то он темнее, по-моему, выглядит, чем в реале. И без блика. Смотрите, как он офигенски выглядит. Фух. Аж в забу дыхание сперло. Сперло. Так. И в горле сухость. Слишком сухо. Так. Шикарно. Фух, да, девчули, это, конечно, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, аналогов на эти я пока не наблюдаю. У себя, по крайней мере. А вот из того, что у меня есть... А ну-ка, давай фокус. Так, дайте-ка сейчас подумать. Значит, смотрите, что у меня есть насчет роскоши деликатной высказать. Что я имею сказать таки? Так. Что я такие имею сказать? Все, больше никаких аналогов, что ли, нету? А вот тут... Подождите-ка насчет деликатной роскоши. Сейчас я хочу все уточнить. Так. Это у меня массура. А то... Помните, у меня когда закончились ромашки, у нас же одна выкраска с вами на типсах была. Не очень мне понравилось, на ромашке все-таки удобнее. Ну, мне так показалось, я бы вот эти типсы, наверное, перекрасила бы еще на ромашку, чтобы было. Так вот, насчет деликатной роскоши. Это мы ее с вами на черный красили, если кто помнит. Это вот этот самый. Огни Мегаполиса, что ли? Да, по-моему, Огни Мегаполиса называется. Вот смотрите, где... Да что за Ванька дома, Маньки нет, Манька дома, Ваньки нет. Вот. Смотрите, деликатная роскошь и Огни Мегаполиса. Это ж Огни, да, по-моему? Утренний кофе это вот этот. Да, точно, вот это утренний кофе, он прям коричневый, темный. Вот это Огни Мегаполиса, есть у них связь. Но этот прям золотой такой, вот этот новый деликатная роскошь. А Огни Мегаполиса, он бежевый. Да, вот это верное слово. Почему-то у вас только оно как-то не так передается. И этот, знаете, такой агрессивный прям голографик. Такой прямо ух, тыщ. А этот помягче. Все-таки роскошь такая неповторимая. Она даже в пизеречке выглядит очень-очень дорого. И не видела еще у Массуры таких похожих. Так, потом... Насчет вот этих двух. Кстати, вот нам сразу и подвернулись. Так. Это значит у нас озера. Вот это Like Lakes. Это прохлада озера там чего-то там. А вот это яхта моря Акваланг. Это Эмилия. Этот, как сказать-то. У них есть сходство, конечно. Ну, у этого какой-то металлический, что ли, отблеск, видите? Эмилия, она как бы матовая такая, но у нее нету никаких отблесков. У этой
металлический отблеск есть. Собственно, они, кстати, с Light Lakes похожи, а Эмилия похожа с прохладой озера. Только эти оба более такие темные, на несколько тонов. Эти светлые. Как там вам оно ловится? А, ну и эти два с голографией, с мелкой. Вот этот точно с голографией, этот не пойму. Нет, этот, по-моему, без. Без. Бесы все залезли. Так. Что у нас еще тут может быть похожего на чего-то? Ну, вот эти два тиловых. Это Apologies, да, и как его там, праздник жизни, что ли. Забыла, вот... Простите за склероз, не готовилась к всему отчету. Так, кто еще на кого тут чем похож? А, в прошлую выкраску у нас с вами был сахар тростниковый. Вот он, кстати. Так, вот он, тростниковый сахар. Как там вам видно? Он похож. Кто это? Ну, что-то есть такое, апрельский иней, что ли. Да? С апрельским инеем есть какая-то связь. Я думала, кстати, с фьюженом будет. Там еще есть безе из новинок. Вот забыла, как-то безе назвать. Безе, по-моему, больше всего будет похоже на... Что вот это я только что сказала? Ну, я даю. Все, забыла. Тростниковый сахар, во. Вот они вот как-то еще что-то есть по тональности, но... Нет. Единственное, знаете, по идентичности, прям вообще идентичный цвет, это чик-чик-чик, сейчас найду, а вот, и по идентичности базы, это мята и базилик и нефритовый дракон. Я вот сравнивала его окошкой, под окошком, база идентичная, только в нефритовый дракон засыпана зеленая слюда. Да, зеленая, и все, больше вроде никакой слюды. Ой, я влезла пальцем в сводч. Ну, шикарно. Сейчас расправим, ничего. Ну да, тут, по-моему, только зеленая. Ну, может, еще синяя, что ли, чуть-чуть попадается. Ну, вот они прям идентичные. Вообще. Надеюсь, видно. Так, ну и все вроде, да. Никого такого по идентичности... Ну, не вижу пока что. Да и, в принципе, сильно идентичные. Я бы, наверное, конечно, не брала бы. Так, все, давайте подведем. Айтах. Значит, по этим самым, по магнитикам придавила пальцем. Да, сороконожка. Это ж у нас золотой мозг, да? Давайте его... Расправим, а то что он? Как бедный родственник будет теперь косой, кривой. Так-с. О, отлично. Хорошая стрелочка такая получилась. Кстати, стрелочки раскатываются. Ну, надо подольше держать, пока лактипа не схватится. Тогда будет the best. Так, значит, вот, смотрим на магнитные лаки. Может, вам что-то да понадобится. Стараюсь, конечно, делать достоверные сводчи, но... Кто его знает, как у меня камера передает, как у вас телевизор ваш показывает. Потом вот еще. Вот это, что там я говорила, иллюзия Луны, да? И вот этот зеленый просто открытие какое-то. Очень классный лак. Сумасшедший. Так. Ну, давай, фокус. Чуть-чуть поднапрягись уже. Немножечко осталось, деточка. Так. И по обычным лакам пройдемся по ромашке. О, давайте, кстати, без фокуса их. Ну да, ничего не понятно. Так, и с фокусом. Давайте чуть поближе. Мало ли, может, вы там кого-то захотели. Может, у вас любовь на этом открылась. Тут, кстати, видно, видите, кто шершавенький, кто нет. Ну,
Да, топчиком одного слоя хватит. Ой, вот этот лак очень классный. И этот просто сумасшедший какой-то. Не, вообще мне все понравились, безусловно. Но некоторые просто стали таким открытием. А, знаете, кого я забыла сравнить этого с кардиналом делом? Вот он, кардинал. Кардинал такой малиновый, а этот прям красный. Но вообще они похожи, кстати, да. В принципе. А ну-ка, есть там у вас фокус, а ну без фокуса. Нет, давайте с фокусом. Да, в общем-то, они похожи, кстати. Это если уж вы прям не совсем стеганутые, то вообще можно какой-то один из них взять. Просто этот с малиновым, а этот красный. Подтончик. Так, ну все вроде, да? Такого, чтобы прям кто-то с кем-то был похож, пока что не вижу. Так, все. Старалась как могла, надеюсь, чем-нибудь помогла. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, отличного настроения и пока-пока.